Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 11 ноября. Я Олег Шигнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте, сам Данахун, Датенахун. По республике ожидается смещение активного атмосферного фронта с северо-запада. В большинстве районов снег, поземка, слабые метели. По Прибайкалью умеренные снегопады, ветер северо-западный 9-14, местами порывы до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минимальная минус 18, местами по Баунтовскому району минус 20-25, днем минус 11. По центральным районам ночью минус 16, днем минус 8. По южным районам ночью 16, ниже нуля, в горах юго-запада минус 20-25. Днем минус 8, по крайнему югу и юго-западу до 0. В столице Бурятии временами снег, поземка. Ветер северо-западный 5-10. Порывы до 17 метров в секунду. Минимальная температура ночью минус 12, максимальная днем минус 5. На автодорогах республики местами снежные накаты и гололедица. Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти. 11 ноября 1918 года завершилась Первая мировая война. Немецкая делегация в 5-12 утра на железнодорожном вагоне маршала Фоша в Компьенском лесу подписала условия капитуляции. Через 6 часов документ вступил в силу и был произведен артиллерийский залп 101 выстрел. Это были последние залпы мировой войны. Это был прогноз погоды на Первом оперативном. С вами был Олег Шигнанов. Впереди был еще 39-й.